Йо-йо-йо-йо-йо-йо, ребята, я понял, почему у нас так особо не получается. Потому что мы слишком быстро навели мощности, и мы летим вниз. Сейчас превратимся в лепешку. Ай-яй-яй! Разорвала машину. Да, Дуда, плей. Привет, друзья, находимся в BMG Drive, и мы будем тестировать эти автомобильчики. Первый у нас будет Tesla. Так, а тестируем мы на таком вот большом спуске. Офигеть. Так, Тесла. Потом идет наши Жигули. Потом идет джипик. Потом идет амбуланс, наша скорая помощь. И, конечно же, дядя Вася решил проверить свою бетономешалку. Ну ладно. Ну что ж, приступим. Сначала у нас будет, ребятушки, вот такой вот автомобильчик Тесла. Тесла мобиль. Поехали. Вау, нифига себе. Как резко мы начали. Так, я не вижу ничего. Давай, едем. Ой, врезались. Так, все, у нас что-то там взорвалось уже. Уже что-то взорвалось, ребята. Движок, походу. Так, ну, перепрыгнули, нет? Попробуем, посмотрим. Давай, машинка. У нас не хватило скорости, не хватило мощности. И мы летим вниз. Сейчас превратимся в лепешку. Ай-яй-яй. Разорвала машину нашу полностью. Она превратилась в лепешечку. Да, Тесла мобильчик. Ну что ж, давайте протестируем вот этот автомобильчик. Включим фары. Так, сигнальчик работает. Все, поехали. Так, давайте. Аккуратненько, не спеша. Тихо, притормози. Так. Ой, что-то развернуло наш автомобиль. Так, надо аккуратненько. Врезались, ребята. Ё-моё, что происходит? Крутит автомобиль. Ёлки-палки, мы, наверное, не сможем даже. Да, ребята. Все, поехали. То же самое ждет, как и машинку Теслу, наш автомобильчик, Жигулишки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, нифига себе, как врезались. Офигеть. Машину просто-напросто смяло конкретно, причем. Да, вот такая вот авария. Так, ну, следующий у нас автомобильчик, ребята, вот такой вот. Тоже сигналочка работает, это джипик у нас. Так, давай, джипик. О, ты чего? Ё-моё, аккуратно. Так как же ты? Да, тест. Вот это тест автомобиля. Я в шоке. Вот это мы точно протестируем автомобильчик. Сейчас он тоже разобьется. Ох, нифига, он как вылетел. И летит, ребятушки. Он летит в пропасть. Посмотрим, как разобьется этот автомобильчик. О, сигналочка даже работала. Да. Я его просто-напросто тоже разорвала. Так, ну что ж, у нас следующий автомобиль. А это скорая помощь. Так, да, давай, поехали на скорой помощи. О, амбуланс. Давай. Ой, ребята. Я понял, почему у нас так особо не получается. Потому что мы слишком быстро, наверное, едем. Вначале. Надо вначале не так быстро ехать. Так, ну что ж. Давай. Может быть, долетим? Немножко осталось, ребята. Давай. О, да. Получилось. Первый автомобильчик мы протестируем. Опа. Ё-моё. Двигатель. Да. Мне ж надо еще как-то их будет восстанавливать, эти машинки. Все. Ну ладно. Амбуланс молодец. Хоть сюда долетела. Так, ну и дядя Вася наш хочет тоже протестировать автомобильчик. Поехали, дядя Вася. Только смотри, аккуратненько едь. Хорошо, дядя Вася говорит. Будет аккуратно ехать. Во, поехали. Все, теперь разгоняемся. Опа, все, взорвался. Двигатель у нас не выдержал. Ой. Вот это да. Офигеть, отлетела у нас бетономешалка, смотри, вылетела куда-то. Все, и мы, ребятушки, сейчас будем падать. Свободное падение. Дядя Вася, держись там. Да, дядя Вася. Расфигачил машинку полностью. Офигеть просто. Ладно.
сделаем, протестируем, ребятушки, заново машинки. Давай, Тесла, ты знаешь теперь, как ехать. Сильно особо не спешим здесь. Так вот, вот так вот едем. Разгон будем на серединке делать. Так, тихо, разгоняемся прям конкретно. Ну все, теперь давим на газ и едем вперед. Опа, хорошо, давай. Отлично, ребята, мы справляемся. Насколько, на какую отметку мы прыгнем? 16? Да, 17, ребята. На 17-й отметке. Все, справился со второго раза. У нас... Так, Тесла, автомобильчик Тесла справилась. Ну, немножечко разбилась. Да. Ну, хоть сигнал работает. И то хорошо. Так, второй тестируемый у нас автомобиль уже будет такой вот наш жигуленок. Только не спеша, ты понял, как все ехали. Так же самое тебе предстоит. Вот. Мы аккуратненько. Так, ты чё? Смотри, уже не справляется. Ладно, давай, едь. Едем вперед. Да, его что-то колбасит, смотри. Получится протестировать второй раз или нет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, давай, поехали. Ой, молодец. Справляешься. Ага, и развернула машину опять. Да, задок. Все, не смог. Не смог, давай я тебе второй шанс дам. Второй шанс мы тебе дадим. Ой-о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 й. Все, едем. Все, да какой-то у нас автомобиль не особо тестируемый. Хотя бы сейчас попробуем выехать отсюда. Да. Ну, не получается тестировать этот автомобиль, он просто летит. Да, советский автопром, что ж сказать, что ж сделаешь. Все машинки нормально прокачиваются, а это не хочет. Все, лопнула. Лопнула наша машиночка прям-таки в смяточку. Ладно, давайте протестируем еще раз джип. Джип производства Франции. Называется Carabinieri. 467 написано сверху. Так, тихо, аккуратненько спускаемся. Так, давай, тихо. Вот так. Все, еще немножечко. О! Так, а ну-ка, о, нормально едем. Так, нажимаем на тормоз, притормаживаем немножко. Ну все, отсюда начинаем ехать. Все, ускоряемся, поехали. Давай, пожалуйста, я в тебя верю. Опачки, отлично. Давай. Все, ребята, джипик у нас, молодец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо. Немножечко повредили колеса передние. А так нормально все. И сейчас будет щелчок. Да, приехал, конечно. Расфигачился. Но зато мы доехали, ребята. Доехали хорошо. Так, следующий тестируемый автомобильчик у нас идет Ambulance. Он хорошо показал себя в предыдущем заезде. Сейчас попробуем, как сейчас протестируем. Так, немножко притормаживаем и летим. Давайте ускоримся. Ускоряться уже, в принципе, можно. О, нормально, будем с кабины смотреть. О, давай. Еще. Ой. Так, летим. Ох, нифига, какой вылет. Офигеть. Да, получилось у нас, ребятушки, хорошо. Ой. Какие повреждения, ё-моё. Так, едем. Так, по колесам нормально у нас там? Да, что-то с колесом нехорошо. Ну, а так, в принципе, мы нормально доехали. Может быть, еще машинку и можно будет восстановить, не знаю. Может быть, еще и можно будет. Так, следующий у нас, кто там по тестам идет? Дядь Вася? Давай, дядь Вася. У тебя хороший автомобильчик такой. Немножечко сдадим назад. О! Так, давай, поехали. Заводи мотор, дядь Вася. Едем. Ой, ты, ё-ё-ё-ё, не знаю. Так, притормаживаем. Все, поехали.
Поехали, дядя Вася, поехали, аккуратно. Ой-ой-ой, начал опять врезаться. Да ё-моё, дядя Вася, ты чё, а? Ты чё творишь? О, перевернулся, перевернулся, ребята. Наш дядя Васька. Всё, он что-то, бедолага, не может долететь. Ну, совсем у него не получается. Ладно, сейчас посмотрим, как он шлёпнется. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всё, в смятку. Ну ладно, дядя Вася сильно попросил у меня еще раз, третий раз протестировать. Ну что ж, давайте дадим такую возможность. Третий раз дяде Васе протестировать свой супер-трак. Ага, бетономешалочку. Ну давай, дядя Вася, аккуратненько только, давай. Нет, дядя Вася сказал, я буду давить на газ максимально, чтобы доехать. Опа! Все, взорвалось что-то там у него. Теперь будем смотреть, доедет или нет. О, нифига! Нифига, дядя Вася, ну у тебя не получается. Ой, совсем чуть-чуть не долетел. Все, сейчас ты разобьешься. Ай-яй-яй-яй. Опять смятку. Ну, дядя Вася, ну как так, а? Ну, елки-палки. Ну что ж, друзья, так получилось. Ну ладно, дядя Вася, он сказал, в следующем ролике он обязательно еще раз будет тестировать свою машинку. Ну а мы на этом с вами, ребят, заканчиваем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И ставь лайк, давайте соберем 1000 лайков на этом видео. Всем пока-пока.